Здесь все новоселы. Все совсем недавно прошли через все круги бюрократического ада. А теперь перед этими людьми замаячила перспектива повторить это увлекательное турне. Ходатайство саранских депутатов о переименовании проспекта Юбилейный в проспект Армии России на сессии городского совета уже обсуждали. Здешние жители узнали об этом из телевизора и теперь опасаются, что вместе с новым адресом получат и новые проблемы. Здесь уже заселено несколько домов многоквартирных, то есть людей здесь уже много. И у всех получается очень много документов, связанных с этими квартирами. Получается, мы должны все это менять. Это не только прописка, но это ипотечный договор. У нас возврат процентов оформлен, страховка на квартиры. Там везде прописан адрес. Нам приходится все это менять. Придется. Даже выписки из ЕГРН, если брать о собственности, это все платно. Соответственно, мы все люди работающие. Нам некогда бегать, нас никто с работы не отпустит, чтобы мы вот это все... А это неминутное дело. Здесь стоит отметить, против имени Армии России никто ничего не имеет. Наоборот, жители проспекта Юбилейный сами готовы выступить за то, чтобы им назвали улицу. Только другую. Мы, конечно, поддерживаем начинание правительства Республики Мордовия, чтобы увековечить там великую нашу российскую армию, но все же, как вот жилец как бы данного микрорайона, как бы у всех собственников данных помещений есть предложение как бы присвоить данное наименование какой-либо новой строящейся улице, как бы не трогать уже заселенные дома, где люди уже как бы прижились, документально оформили все свои отношения и с банками, и с другими госструктурами. Окончательное решение о переименовании проспекта пока еще не принято. Впереди общественные слушания, и те, кого это больше всех касается, намерены донести свою точку зрения. Во-первых, мы соберем документы, во-вторых, мы соберем несколько голосов самых активистов, вот, и постараемся донести уже мнение уже в таком контексте. Когда пройдут общественные слушания, слово опять будет за депутатами горсовета. И скажут они его, скорее всего, уже на ближайшей сессии. Павел Степаненко, Валерий Балаев, наши новости.